только одной кистью. Бум, вперед, вот так. Бросай, сюда. Вот. Вот нужно научиться делать это. Видишь, кисть работала, да? Вот так. Берем палочку. Как мы учимся брать палочку сначала? Смотри. Сделай ручку вот так. Другую, правую. Ты правша? Ну, неважно, мы обе руки научим. Вот, держим ручку. Расслабь просто вот так. Просто вниз опусти. Держим, да? Смотри на мою руку. Как я беру палочку? Вот моя рука. Как она висит, я так вставляю. Видишь, я ничего не делаю. Потом только чуть-чуть зажимаю. Угу. И бросаю. Все, абсолютно точно так же расслаблено. Не напрягаю. Расслабленная ручка. Мы берем ее. Расслабь, расслабь. Я сейчас я просто вложу ее. Ты ничего не делаешь. Ручка ничего не делает. Просто. О. Сильно не хватай. Легонь. О. Вот так. И пальчиками прижимай. Всеми пальчиками, кроме вот этого. Указательный нет. Указательный смотрит вперед. О. Вот так вот. Хорошо, молодец. Да. Указательный пальчик нам не должен мешать. Чтобы палочка могла свободно ходить. Когда мы ее бросаем, она должна вот тут ходить. Понимаешь? Угу. Вот. Вот это правильно. Вот. И у нас получается тут треугольничек такой, да? Раз, два, треугольничек. Палочка отсюда не выскочит. Она уже здесь, все. Вот. Окей. Так мы ее бросаем. Сидеть ближе ко мне. Ручка, молодец. Смотри на руку сюда. Ровненько, ровненько. И тут поднимаешь, чтобы было ровненько. Вот так. Окей. Чуть выше подними. Бросай. Когда она отскакивает, ее нужно поймать. Но только когда она уже будет здесь, назад лететь. Давай. Супер. Нос? Не страшно. Начнем сначала, да? Что мы делаем? Расслабляем ручку. Повесили ручку. Угу. Так. Готов? Держишь, и закрываешь, и закрываешь в конце. Держи ее. Тут скочит. Давай вместе. Вот, видел? Отскочила. Видел? Класс.